Показывай дорогу. Так, ну что, ты у меня нормально выглядишь. Выглядишь хорошо. Теперь что я хотел? Я хотел снять, использовать. Так, зачарование. Выберите предмет, который хотите уничтожить, чтобы изучить наложенное на него зачарование. Или скомбинируйте предмет зачарования и камень-тушь, чтобы создать волшебный предмет. Изучайте зачарование, разрушая предметы на пентаграмме душ. Снять. Наносит. Вот это вот. Отлично. Укушенная фляжка. Давай топор холода. Стальной. Тут еще будут, давай пока этот плащ темный. Сопротивление магии. Это, в принципе, шкурный вопрос. Да. Переносимый вес, точно. Короче, булава, луча, рук, воплощение, предмет, колун, короче, меч. Шесть зарядов. Все, я понял. От камня зависит. Ладно. Достаточно. Так, что теперь мы можем посмешивать? Ингредиенты. Ингредиентов у меня нет. Папирус. Я так понял, нам надо поспать. Время лишения. Пока убираем. Освободить точно не будем. Скорее менее спокойно. Чудо природы, пунь голоса и разное. Бред, в этой дыре даже нормального рулета не достать. Я служу управителем у ярла Балгруфа. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Ты издеваешься? Я там чуть коньки не отбросил, а ты мне только 100 монет. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Да уже не совсем нравится-то.
классная трехмерная карта. Я тебе еще книжки отдам. Я все еще здесь. Я к твоим услугам. Значит, с трупов что нам надо? Нам надо с трупов собирать тогда оружие. Веди. Я не понял, как насчет колечков. Я тебе давал от огня колечко. Тебе бы стоило... одеться получше. Я тебя прикрою. И холоду уже лучше. Теперь нам нужно. Тогда пойдем. Кто это у нас здесь сидит? Бред. В этой дыре даже нормального рулета не достать. Понятно. Для одного мусор, для другого клад. Здесь нет никакой иной власти, кроме ярла. Не забывай этого. Давай-ка я тебе дам. Я прямо за тобой. Я с радостью понесу твою ношу. Мы же все-таки находимся где? Тебе дадим накидку. Вайтран накидка. Да. Тогда пойдем. Ну, вот желтая накидка уже хорошо. А я возьму себе красную накидку. Надо будет где-нибудь себе схрон организовать. Человек. Вот ведь он когда-то человек. Поистине. И человеком сказал. Покажу теперь вам силу Талоса, коронованного бурей, рожденного севером, даровавшим мне дыхание нескончаемой зимы. И вздохом своим власть. Облеченный, изменю я эту землю, ставшую. Ты Ой. Здесь, чтобы услышать слово Талоса. Да, что приветствую. Такое Талос?
Раз ты ищешь знания о могущественном Талосе, я с радостью тебе помогу. В своей смертной жизни Талос был нордом и славился как великий тактик, мудрец и человек, что мог читать в сердцах людей. Талос смог овладеть силой голоса и с его помощью объединил все земли людей в единую империю. В южных землях он был известен под именем Тайбер Септим. Здесь, в Скайриме, мы зовем его истинным нордским именем. Он был столь велик, что когда оказался на небесах, сами боги избрали его правителем. Если хочешь узнать больше, то можешь найти множество книг по этой теме. Потому что так называемый император — трус. Да-да, трус. Он запретил поклонение Талосу, убоявшись Альдмерского меча. Они называют это конкордат белого золота. А я называю это богохульством. Нет такой цены, за которую истинный сын империи отвернулся бы от своего величайшего героя. Я кое-что тебе скажу. Сиродил отсюда очень далеко. А в Скайриме мы никогда не забудем великого Талоса. Пусть попробую. Я никого не боюсь. Талос мой союзник, а я его пророк. Его слова в моих устах, а голос в моем горле. Воистину любовь. Любовь! Даже будучи человеком, великий Талос. Так, а как узнать усталость? Как я сильно устал? Воля к жизни. Знак воина. Охлаждение тепла. Повышение запаса сил. Не сказано. Так получилось, я же вступил в ряды. Народ он ест. Если б не Вигнар, был бы мне конец. Он приютил меня. Не пригодится. Помог измениться к лучшему. Ты какое оружие предпочитаешь? Мне нравятся маленькие быстрые клинки. Что тут? Да, любишь ты это говорить. Ты же знаешь, я люблю топоры, молоты. Это так медленно. Я могу подскочить и отпрыгнуть, прежде чем ты ударишь. Давай как-нибудь это проверим. Здоровья. Неплохо. Посмотреть. Да, пусть будет. А я-то переживал, что меня не возьмут в соратники. А оказывается, они всех подряд принимают. Слушай, вот твои слова, они обидны, вот честно. Мне пару лет назад совсем не в моготу было. Я тогда пить на... Но Вигнар не дал мне расписать.
надо спуститься, или вот здесь вот еще попробую выставить. Вот здесь плащ есть. Мешок. Нет, это личные покои. Это личные покои кого-то. Серебряный слиток. Да, здесь мы ничего брать не будем. Пойдем на противоположную сторону. Так, а что в этом комоде? Письма Виндхельма. Железное, это не то, это вообще... Инструмент, уголь. Ну, пусть будет инструмент. Так, жилые помещения. Тоже то взять, то украсть. Вы уж определитесь. Так, отсюда мы пришли. Мне темно. Мыла потом не хватит избавиться от этой вони. Но тебе не нравится. А тебе не нравится. Я это уже понял. Кражи из тумбочки. Кражи из тумбочки. О как. Где же я спать-то буду? Кровать. А вот накидка соратников. Накидка соратников. Ты из новеньких, да? Стой, это правда? Правда. Время у нас 4 часа. Может быть, здоровый сон. Ты как смотришь на это? Я предлагаю поспать. Так, Лидия. Я все еще здесь. Расслабься. Если очень постараюсь. Ты пока расслабляйся, а я спать. А 4 часа после... В ночь пойдем? Или не в ночь? Начнем следующую серию сразу после этого.